Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём. Мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Истоки. А перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, у нас есть пару сюжетных заданий, которые нам бы сейчас надо выполнить. Поехали. Пришли из Балагрея и вцепились в меня. Стали требовать налоги за год. А за отказ сожгли мой дом. Уверен, что это люди Леандра. Моя жена умоляла, чтобы я не перечил ему. Как в воду глядела. Леандр ответит. Даю слово. Даешь слово, Диокл? А кто вернет мне урожай? Кто вернет мое стадо? Ты бесполезен, как и все. Даю слово. И чем же наш безупречный магистрат не... Меня прислала Проксила. Я Байк. Так, посмотрим. Начнут ли нас жестко месить за то, что мы здесь. Это что-то как-то странно. Я Байк. И все. И минус. Парнишка аж в лице поменялся, когда узнал Тома. Тяжело жить, когда твои земли оскверняет Флавий. Я иду по его кровавому следу из самой силы. Так это правда? Да. И он готов развязать войну. Еще один тиран. Нет египтянам покоя. Война сменяется войной. Флавий превратит Египет в огромную могилу. Так. Он правит из Акрополя. Но молюсь, чтобы боги помогли тебе, Байк. Да лагать, подлагивать начало. Так, из Акрополя он начинает править, да? В принципе, вон он. Ой, там территория чья-то. Флавий находится в Акрополе. Флавий превратил вас во врагов свободы. Сыны Прометея. Флавий в Акрополе. Ну, интересно. Будет интересно, я уверен. Блин, а в Assassin's Creed другом давали за это очки. На которые потом надо было что-то... А, там ничего вообще не давал. А, нет, давал, потому что было... прокачивать. Чем выше у тебя было звание, тем более крутое снаряжение тебе давалось. Ну, в зависимости от того, помимо того, что еще снаряжение ты получал за... просто так. Так. Давай, 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 погнали. Нам еще Флавия надо найти. Так, а мы уже не на территории? О, мы же даже близко не... Хм. Обида. Обида, маленькая обида. Ну давай, залазь, твою мать, ты что творишь-то? Давай без глюка. Ой, убить капитана, убить командира, собрать сокровища. Ну, вряд ли меня здесь спалят так просто, да? Так, один командир найден. Не-не-не-не-не, мне надо... Мне надо вот сюда именно. Так, одно сокровище я нашел. Опа. Так, Флавия мы нашли. Дерево мне не интересно. Сейчас мы пропалим, кто здесь стоит. И минусанемся. Стоп, 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 стоп. Там парнишка стоит. Я уже забыл, как всех минусовать. Я давно просто не играл. Так, кстати. Что у меня сейчас за луки стоят? Ага, нормальные луки. Угу. А эти чё? А, эти воюют специально. Ясно. Так, Флавий находится в Акрополе. Да я знаю, где он находится. Чё, мне его минусануть надо или чё? Так, кстати, на втором этаже вот этой штуки находится одно из сокровищ. Ну ладно, мы потом соберем. Чё нам зря время тратить? Мы пришли за Флавием, а не ресурсы собирать. Командир, я минусанул... О, ёпта. Командир, я минусанул вообще случайно. Ну, в смысле, я не хотел этого делать. Это реально вышло случайно.
А теперь еще пробраться в Акрополь надо. Случайно. Ну, специально, естественно. Смотри, тут что-то жесткое происходило. Ну, мы не полезем по этой штуке, потому что спалимся сразу же. Запалит или нет? Интересно. Да вроде нет. Туповатый малый. Да и вот это тоже не велика ума, малый. Так, Акрополь находит... Ну, вот он. Ага. Так не залезть. Ясно. Не хочу с этим легионером сражаться. Ага, там вон окошки наверху. Так, почти, кстати, левел уже апнули. Скажите, что окошки открыты. Опа, а вот и Флавий, скорее всего. Да, вот он и яблоко Эдема. Ой, опасная штука. На что-то народу положит. Думаешь, я не чувствую, как ты рыщешь в тенях баек из сивы? О. Я шел по твоим следам, жуткой дорогой смерти и безумия. Молись, ты ответишь за смерть Хему, Флавий. Нет, египтянин. Сейчас ты падешь ниц пред своим богом! Яблоко очень мощное. Яблоко очень мощное. Ой. Хватит фокусов! Ах ты сволочь! Откуда? Кто? Я хочу вот на этого напасть. В смысле? Почему ты не убил меня тогда? Давай-ка еще одну ульту. В смысле? Да твою ж мать! Мы нужны тебе! Ты выбрал рабство. Давай еще одну ульту. Блин, 35-й левел всего лишь. Убийца моего сына снова прячется в храме. Помню, твой друг Хевзефа тоже долго упрямился, как и твой сын. Скоро все кончится. Твое время в этом мире истекло. Ах ты! Где он, где он, где он, где он? Все твои предшественники сдались. И ты тоже сдашься. Ага. А теперь? Давай, давай, я успею? Я не успею уменьшануть. Мои возможности, моя сила. Задрал ты уже. Хватит болтать. А ты жалкий простолюдин. Верблюды и верблюжье дерьмо. Ага. Весь Египет такой. Готов. Фу, ну я скажу только одно. Ну, такой жесткий более-менее малый. Все, что ли? А, ну да. Десинхронизация. Ты убил ребенка, Флавий! Моего сына! Единственный поступок в жизни, о котором я не жалею. Ты не обретешь покой! После его смерти орден склонился передо мной. Цезарь тоже. И весь Рим. Мне подчинилась империя тысяч, и каждый из них превосходил своих предков. Яблоко вообще самое мощное. Ну же, убей меня! Ты трус! Не трать время зря!
ты уже и так мертв. Я не могу, не могу! Я не могу! Я с тобой, папа! О, малой. Нет. Я потеряю тебя. Не навсегда. Мы встретимся с тобой в полях Иалу. Так, яблочко. Реликвия Оракула. Предмет и задание. Если реликвия сгинет. Так. Заданьки. Цели. Минус один. Остался шакал. Что у нас по снаряжению? Новый щит какой-то дали. Блин, я уж думал, мне этот дадут. А, у меня 3 очка способности. Сейчас мы их что-то закинем. Блин, жалко, яблоко использовать нельзя сейчас. О, это будет прям зрелищная штука. Вот это неплохая способность, но что-то как-то я не горю желанием ее использовать. А, вот это я возьму способность. Скрытым клинком быстро убийство. Я должна знать, что наш сын обрел покой. Так. Чё? Стоп, что у нас по заданиям самое ближайшее? Просто у нас основных осталось, ну вот, дополнительное одно. Последний из Меджаев, поговори с Ай в Александрии. Вот, основное одно. А это, я так понимаю, 3 дополнительных. Яблоко раздора. Так, поговори с Бабселем учебницу. Спасибо, пойдемте к Ай. 5 километров, твою мать, а? Охренеть, 5 километров бежать. А, ну да, она в Александрии, чё я парюсь. Сейчас тэпнемся. Да, в принципе... Ну, если бы я был 20-го, наверное, не смог. Но так как я 45-го, а он 35-го всего лишь, то это было несложно. А, я забываю, что на шифте он тут не бегает. Ой, что на шифте не бегает. Привет, малый. Чё скажешь? Тупая затея, тупая затея. Что? Блин, блин, блин. Не лагай. Не надо мне тут лагать. Ой. Не хотел. Я тупо этого не хотел. А, это проход в подземку. Что так долго-то заходит? Можно было типа еще сверху запрыгнуть. Ну нафиг. Байк. Я так скучал. Флавий убит. Я прошел такой путь, чтобы спасти нашего сына. Хему счастлив. Да пройдет он по полям и Алу. Да, нам бы туда сейчас. Я отправлюсь в Рим. Рим? Ты так и не отказалась от этих идей? Я ошибалась. И ты ошибался. А я? Не трать силы. А... Знаменитый Меджай. Фан не устает восхвалять твои подвиги. Я нашла союзников. Это Брут, а это Кассий, наши римские братья. Мы уничтожим всех этих двуличных мерзавцев! Септимия и Цезаря! Теперь силы Ордена угрожают не только Египту. Клеопатра еще правит? В Египте не правит никто. Тираны раздирают его на части. Наша царица предпочла сбежать в Рим. Все по-прежнему. В Мемфисе хозяйничает Орден. Айя, останься. Mm,
Да, я-то уж надеялся на забаву. Ны-ны-ны-ны, что? Булава? Кубок? Меч какой-то? Что? Яблоко скинул в сундук? Неужели это конец? Ая. Придурок, забери... Эту проклятую сферу не должны были находить. От нее одни беды. Поговори с Аей в последний раз. Блин, от чувака ушла жена. Ну, точнее, как ушла. Сейчас уйдет. Так, где ты там? Последний раз. А, ну мы до тебя все равно не доберемся никак быстрее, чем на вот этом коне. Не будем своего звать, смысл. Давай, ускоряйся. Сорян. Минус один. Ну, не минус, он не помер вроде. Сейчас мы ускоримся. О, пацаны. Эй, ты! Стой! Ну, давай, ускоряйся. Чё он так медленно бежит? Чё он так медленно реально бежит? Я думаю, у него... Ау. Скорости будет побольше. Так, секунду. Погнали. А, по земле, смотрите, несется как бешеный. Походу, да. По обычному территории он как быстро так не может ехать. Только по земле. Ну, обидно. Немножко обидно. Привет, женовка. Сейчас посмотрим, как дела пойдут. Последний раз. Чем ближе наша победа, тем ты дальше. Такова судьба Баек. Мир не желает принимать нашу любовь. Ты права. У нас есть высшая цель. Наша любовь ждет в Дуате. Пора смириться с этим. Пусть решают боги. Боги мертвы. Мы пожертвуем близостью ради высшего блага. Мы не зря шли сквозь тьму. Отныне о наших планах никто не должен знать. Станем действовать скрытно. Египет пал. Греция пала. Рим? Падет и Рим. Кредо победит, но никто не узнает. Если мы убиваем, то убиваем лишь тех, кто это заслужил. Тех, кто вздумает пытаться управлять нами. Они никогда не узнают, кто мы. Мы – бесстрастные поэты смерти. Я смирился. Вот у нее не было этого раньше, жерели. Я не отец. Я не муж. Я не Меджай. Я незримый. Да. Мы с тобой незримы. Заточим клинки. Надежда есть даже в этих землях. Да, Баек из силы. Что ведет тебя? Новая кредо. Задание выполнено. 3000 опыта. Завершено действие клап. Обычно задание завершено. У меня вопрос. Надеюсь, это не финал. Это было бы слишком... Опа! 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 Америка, Европа. Девушка, которая создала анимус. Единственная неповторимая. Милая, как же ты была права. О, милая. Как ты рановато для последних слов. А ты еще кто? Может, слышала о Уильяме Майлсе? Ассасин? Значит, слышала. Мы, ассасины, следили за тобой. Это необычно, когда работник Абстерга интересуется революцией в стране. Твоя правда. Мы знаем, что ты работаешь с Анимусом.
У вас с Дианой был такой замысел. Ди. Они провели вас. София Рикин столько вам обещала. Хватит! Речь идет не о ней. Да. Нам и без нее есть что обсудить по пути в Александрию. Не надейся, что я поеду с тобой. Ну, а какие варианты? Или пойдешь со мной, или останешься здесь, чтобы и дальше играть со смертью до тех пор, пока не оступишься. А они этого ждут. Твою прежнюю жизнь уже не вернут, Лейла. Мне она ни к чему. Но ты, наконец, сможешь работать над Анимусом, нашей версией. А еще мы не станем ограничивать твою свободу. Ладно, уговорил. Но мы все равно не союзники. Годится. А? Чего? Да, естественно. В смысле, стоп, что за прикол? Ну я не буду смотреть, как она залазит в эту хрень. Что за прикол? Я думал, все. Ну, типа, мы сейчас пойдем, поедем в Александрию и все. И на этом финал. Ну просто он сказал, типа, в Александрию все, да? Тиринское море. 46-й год до нашей эры. Это для Фоксида? Подарок? Сейчас ты в рожу получишь. Реликвия. И я не собираюсь обсуждать это. Знак Барика? Отдай мне, я передам его Фоксиду. Он такое любит. Не трогай. И любью. Мне сегодня не до разговоров. Бой, баба. Утром мы прошли Неаполис. Если повезет с ветром, доберемся до Рима всего за 2 дня. Ваша семья распалась, да? Я знаю. Трудное решение. Но ведь ты избранная. Ты свободна, как я! Жизнь продолжается. Все, зачем? Что за ты бабы не так, а? Так, ну что, на корабле сейчас? Ай. Наращиваем темп! Да. Так, таран. Да я знаю, что такое. О, обычное испытание завершено. Готов стрелять! Стреляем! Меня радует, что они по 3 раза шмаляют. Стреляем! А, то есть здесь никак в Black Flag. То есть нельзя выстрелить. Смотрите, у этих арбалеты есть, а у нас нет. Впереди римские корабли. Нельзя выстрелить с каждой стороны парада. Только не теряй бдительность. Скорее всего, они ждут нас. Ты словно хочешь этого. Хочу, старик. Я хочу прикончить их, а потом продолжить искоренять зло. Зло вечно. Я хочу птичек пострелять. Как уж устроен этот мир. А птички бессмертные. Стреляем! Да, реально, бессмертные птицы. Я не понимаю прикола. А, ну F это у нас. А, ясно. Стоп. Готов стрелять! Стреляем! Больше скорости! Удар! Идем прилетаем! Нет, стоп. Скоро к ним придет подкрепление. А что за. Готовьтесь! Ну то есть. Да пофиг вообще. То есть, вот это. Луки, стрелы. Держитесь! Все вперед! Пусть от их кораблей останутся лишь щепки! Альт! А, во! А-а-а! Ясно! Стреляем! Наращиваем темп! Стрелять! Нас атакуют! Давай, давай! Стреляйте!
же скоро нас атакуют! Песни станут слагать о наших подвигах. Если выживем, Фоксит, клянусь, я прикину сирены и сама тебе их спою. Ловлю на слове. Поверь мне, ты пожалеешь. Покончим с ними. Так. Еще один. Что ж, отправим в бездну последний. Вообще-то топовая штука-то. Реально топовая. А я не знал про эту хрень. Ну теперь мы вообще тащить-то будем. На нас идут поджигатели! Боги. Чё? Слишком плотный строй. Врежемся. Мы обречены! Кораблей слишком много! Нужно потопить их, пока не поздно. Нельзя подпускать врага. Потопим их! Устроиться! Прямо по курсу! Тихо-тихо! Стреляем! Отплываем! Ага. Стреляем! Ну это на изи. Еще боги! Они повсюду! Так, опа. Нас атакуют! Стреляем! Наращиваем темп! Шифты, 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 шифты! Ускориться! Стреляй! Стреляем! Так, надо поджигателей сносить. Так, давай-ка. Увеличить темп. Ах ты, тварь. Живее! Нас атакуют! Кто нас атакует-то? Один корабль остался. Куда? Прибавить в сторону! Стреляем! Живее! Нас атакуют! Готов стрелять! Стреляем! Всегда надо стрелять на опережение. Спаси нас, Посейдон! Ага. В смысле? Нам хватит огневой мощи справиться с ними! Армада? Сомневаюсь! Наш строй нарушен! У нас корабль не остался. Нет. Нам конец! Ёпта, зона. Взбодрись, размазня! Спасай свой корабль! Быстрее! Еще корабли! Там! Нек! Зевс смеется над нами с вершины Олимпа! Ага. Нет-нет! Это же Брут и Кассий! Там! И наши катапульты с ними! Стреляйте! Ну! О-ху! Гоните страх! Перед вами огромный кит, на костях которого мы еще с вами попляшем! Надеюсь, ты в юности не так читал стихи, а, Фоксит? О, не пришлось, а зря! И мудрецом не стал! Эх, упустил свой шанс! Миллионы шансов, а я! Так! Напиши о себе книгу, Фоксит! Все может быть! А если ты принесешь экземпляр в библиотеку, мы станем бессмертны! А эту главу наших странствий будут читать чаще. Так, всего. Тихо. Сейчас, секунду. Удар! Гребите! Стреляем! Так, я хочу вот так сделать. Два корабля разом. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Долго там по мне стрелять-то собираетесь? Стреляем! О, минус один. Так, перезарядочка. Давай-давай-давай-давай. Стреляем! Давай, таран-таран. Вот и все. В смысле? Стреляем! Сдохни, тварина! Все, утопили всех. Хм. Морские бои, это весело. Особенно теперь с катапультами. Дождь огня! Прочь, чудище, прямо на дно! Эй, вы, лодыри! А ну, перестройтесь! Сегодня поплывем вместе! В какой порт мы направляемся? Предлагаю посетить город Анциум. Это излюбленное место торговцев. Там безопасно. Оттуда всего полдня до Рима. Я предлагаю пострелять.
из баллист по берегу. Ну, клевая штука. Ничего не скажешь. Так, значит, мы едем валить Цезаря. Так, я понимаю. За сына отомстили, все, зашибись. На кораблике поплавали. Врагов поубивали. Все шикарно. О, Рим, театр Помпея. Четыре года до нашей эры. Станет тираном. А вот и он. Народ любит тебя, Цезарь. Ты наш бог. Подчинить сенат будет трудно. Это сборище бесхарактерных трусов. Я найду подход. Блин, надо было его минусануть тоже. Или его сейчас минусанем. Так, ждите моего сигнала. Да. Сейчас минусанем. Зря вы. Ой, зря вы. Ладно, погнали. Что нам зря смотреть на это? Ты умрёшь! Так Цезарь теперь глава Ордена Древних. Цезарь наш отец понимания. Вас обоих ждет смерть. А я с тобой уже сражался, да, ты же бесполезен. А Орден сильнее Рима. Возвращайся в Египет с остальными рабами и лжецами. Да, некоторые убийства и правда. Так, погнали. Ой, зря ты так. В моей власти армия. Блин, у него 35 уровень, правда. Я предам твой проклятый орден забвения. Служи Цезарю. Служи Риму. Перейди на сторону сильных. Мы станем творцами истории. Тебя и Цезаря ждет небытие. Твой сын с ужасом смотрел в глаза смерти. На тебя. Твое гнилое сердце падальщиком. Блин, у нас ты стрелы трус, заканчиваются. Ты подлец. Да. Ты лишил меня всего в этом мире. Я кабинянец. Зачем вылезла из своей норы, мышка? У тебя был шанс убраться. Ни хрена себе. А тебе не кажется, что ты слишком крутой? Слишком крутой для моего уровня. Эй, что ты творишь-то, уродец? Все замечательно, у меня снаряды кончились. Ах ты тварь. Так, а, ближний бой, кстати, тоже неплох. Но 36 уровень, 35 уровень добивать, конечно. Ага, давай, давай. Ага, давай, 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 давай. Я тебя сейчас красиво добью. ГГ. Ага, убейте Септимия. Ну да, легко. То есть, в голове остался Цезарь. Будь ты проклята. Отныне, Септимий. Мы с тобой квиты. И это было ради мести? Вам с Меджаем определенно будет чем заняться этой ночью. Да отрежь ты ему там все. Где посох? У ордена. Я служил им и твоему Египту. После смерти мне за это воздастся. Я буду пить с братьями в компании блудниц. Вас ждет лишь беспросветная тьма небытия. И тебя, и орден, и гниющих в могиле гобелианцев. Хе-хе, клево. Да пожрет опоп твое сердце. Ну все, разобрались. Да, так, мы разобрались с этим малым. Блин, обида. Цезарь должен быть в Курии вместе с сенатом. Опа. Опа. Обидно, что мы не можем ни стрелы поменять, ничего. 15 и 15? Мать твою, 15 и 15? В садах полным-полно солдат. Ага. Пойдемте, не будем
привлекать внимание. Ой, какая красота здесь, а? Шипованная. А хотя, что я делаю? Ну-ка. Так, стоп, спустись-ка в самый низ. Что-то так двигаешься, это по-уродски. Двигается она как по-уродски. 34-й минус, а нет, интересно? А, у нас 35-й. Странно. Левел 35-й у нас, как так-то? И опыт получаем, а шкала опыта не заполняется. Странно это все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, с моим 35-м я не горю желанием сражаться с этими упырями. Ладно, все, умри. Ох, ёб твою, вот о чем я говорил. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин. Вот о чем я говорил. Все будет не так просто, как кажется на первый взгляд. Это самый геморройный. Ну всех собери. Всех, мать твою, собери, блин. А второе оружие у тебя какое? У тебя нет второго оружия? Да как ты живешь-то? Все, ГГ мне. Надо убегать. А вот я сейчас сбегу. Ах ты тварь, а? В смысле? Тихо! Ёпта, ёпта! Она не добьет за один удар, а может и добьет. Давай, 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 давай! Ее, молодец какая, а? Все. Просто шикарно. И считай, что у нее стрела из руки торчит. Да. Как я спалился, мать твою, я же все делал идеально. Тихо. Так, давайте вот сюда отойдем, чтобы нас никто не слышал, ну или хотя бы меньшее количество народа. Блин, такое чувство, что мне в спину стреляют. Ага, закончились стрелы.
Ага, ясно. Ну, мы здесь больше не пойдем. А сену недоступен. Замечательно. Наша летающая курица осталась с байком. Блин, 150 метров еще идти. А этих ушлепанов здесь, ну вот, очень много. Я думал, он выживет, если честно. Поначалу. Да, народу здесь... Ну, с ее оружием, блин, оно ублюдское. Воевать с таким вообще тяжко. Сами понимаете. Так, секунду. Блин, лаг был сейчас жесткий. О, мне опыта прибавили. Что, мать твою, что? Опыт действительно прибавился. Я вам смотрю. Тихо ты, спи. Так, нам осталось чуть-чуть метров дойти. Двое, блин. Да по идее, для байка двое это ни о чем вообще. Но не для этой курицы. Тем более трое, один еще сыт. Так, предположим, этого мы минусанули. Тихо. Что ж ты так шумишь-то, а? Что ж вы все так шумите? О-о-о. Так, ага, легионер и легионер. Так, тихо. Два легионера, три легионера. Ой-ой-ой, а это не легионер. Это чмо. А почему у нее нет такой способности? Погнали. Хочешь со мной сразиться? Давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не кричи. Ты кричишь слишком много. Да, деревянные луки, мать твою, не золотое оружие, как у нас. Убить Цезаря. Да, минус о нем его, наверное. Наверное. Хрен его знает. Ну, Септимий. О-о-о-о-о. Давай. Один хедшот. Я хочу один хедшот. О-о-о, даже лучше будет. Ты чего? Тряпку это одела. Прошу лишь об одном. Помогите мне построить новый, ща я тебе помогу. Рим. Ща. Рим, который возглавишь ты? Ща я тебе помогу. О! А, вот как завалили Цезаря! Все ясно. Свои же причем забили. Такой толпой, такой толпой. О, свои. И ты, дитя мое. В смысле? Сынок? Что ли его? Ох ты, круто. Только что-то он куда-то ниже пояса бьет. Надо было под четвертое там ребро хреначить. Тиран мертв! Теперь вы свободны! Цезарь мертв, да здравствует новый Цезарь. Хм, неплохо. Считай трех главарей за серию. Кто же ты? Ты, бьющий из теней. Каждого тирана ждет подобная участь. Всю жизнь мой народ считал меня настоящим богом. И я... им стал! Теперь в мире царит новое кредо. Рим!
Он вечен! Он никогда не падет перед вами. Никто не дает нам свободу, Цезарь. Мы берем ее. Теперь ты стал свободным, Цезарь. Да, весело, быстренько. Я думал, будет замес. Ну просто посоха-то нету. Эдемовского. Значит, так. Задворки Рима через 2 дня. О, Клеопатра. Что ты сделала? Цезарион мог унаследовать престол. Прислушайся к крикам снаружи. Тебя зовут шлюха и тиран. Я все еще царица. Но прислушивают тебе только лицемеры и змеи. Я билась за тебя, а наш народ славил твое имя. Аполлодор погиб за тебя и Египет. Египет? Я Египет! Ты позаботишься о нашем народе. Не сделаешь этого, я перережу тебе горло. Ты последний из фараонов. А это кто, его сынок, что ли? Жалко. Жалко, что она жива. Я думал, мы ее не ценим. О, байка из Сивы. Вот настоящий боец. Кстати, у нас была вот эта способность. Хотя хрен его знает, была она, не была, да? У нас даже второго оружия не было, я уж не говорю о первом, блин, об этой способности обычно. Фиг его знает, может, ее и не было у нас, ну, на том персонаже. На Ая вообще, но она нубяра полная. Там не важно, какой у тебя левел, но ты хотя бы оружие дай себе нормально. Не знаю, в кузню забеги, прокачай оружие там. Купи новое, возьми какое-то из оружия байка. Почему так не сделали? Это вообще печально сейчас. Даже очень печально. Ну, реально, мы бы минусанули его, даже будь у нее 45, у нас 45. Ну, мы бы мочили его быстрее. Так, Рим, Пантеон, 43-й год до нашей эры. Байк. Цезарь отправился в царство мертвых. Септимия постигла та же участь. Теперь наши люди есть и в Риме. Но никто не знает о том, кто мы. Как ОМОН. Все мы стали незримыми. Стой. Я в тебя верю. Чего? Зачем тебе отрезать себе палец? А! Зверство! Ха! Жесть. Меня больше пугает, что ноль эмоций у нее. Мы стали независимы друг от друга. Но это не приносит мне счастья. Мы должны идти вперед. Продолжать наш танец посреди кровавой бури. Мы станем смертоносным вихрем. И враг умрет. 3 выстрела, 3 трупа. Из тьмы мы явились, и во тьме мы навсегда должны оставаться. Вот так вот мы не умеем. Люди не имеют возможности жить вечно. То есть мы не можем двоих сразу минусануть? Должно. Вот, типа 2 кинжалами. Лишь кто-то достойно бессмертия в этом мире. Ничто иное. Идите домой. Идите. Я не хочу идти домой один. Мне страшно. Отведем его в убежище? Нет. Пойдем домой. Пусть горести не омрачают твою жизнь, ведь она коротка, и время все равно возьмет свое. А я? Я больше не та, что прежде. Я отрекаюсь от той любви, что раньше вела меня.
Я отрекаюсь от Аи. Прошлое Аи мертво. Я стала незримой. Теперь я Амунет. Ну да, мы ее знаем. Она была в новой части. Честно, хопа, и исчезла. Да, будь это в реале, она бы сменяла либо вправо, а точнее, если считать от нашей стороны, то влево. А так она свалила вправо. По идее, ну, ее просто не нарисовали. Пусть приумножится твои победы. А так, прям вдоль того чувачка бы, хоп, сменяла бы красиво, и все, и беспалевно, и идеально. Классная птичка. Сено. Папа? Чё? Вниз. Вот и все, дорогие друзья. Вот такая вот у нас была игрушечка. О, письмо Аи получили. У нас осталось тупо вот довыполнять все задания по факту. Да и все. Ну я что-то как-то уже что-то даже не горю желанием все это выполнять, потому что ну слишком дохренищу заданий. Снаряжение, что еще лук какой-то дали? Да ладно. А ну фигня лук. А еще и мечи даже дали. А ну мы же Аи убивали там точно. Цели. Да, вот последнюю цель мы убили, всех мы завалили. На этом тогда, ребят, будем заканчивать. В принципе, да, конечно, задания еще какие-то остались, зажил карту, частично не открыли. А еще, кстати, я знаю сейчас легенда вроде. Нет, стоп, не легенда. Не увеличить все значки. Ну-ка, стоп. А, секунду, не то. Установить отметку, легенда, увеличить, уменьшить, F3, магазин, предметы, способности. Стоп, подожди, карта. Тут как АФК... А, вот, Атлас, да, Синай, там мы были. Долина царей. К сожалению, да, дополнения у меня нету. Покупать я его что-то не хочу, не горю желанием, да, я знаю. То есть, воздушные баталии, секреты первых, это как раз таки гробницы, в которые можно залазить. Ну и... покупать, конечно, я бы хотел, но человек все же не горю желанием. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Классное прохождение этой классной игрушки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.